Всем добрый день. Как в мультике. Это почему я раньше на фламинго редко был? Это потому что у меня велосипеда не было. В данном случае мопеда. Приобрел вот такую штуковину для мобильного, как говорится, передвижения по Лазаревскому. Особенно в летний период. И вот сегодня мы с вами прибыли на пляж Фламинго. Посмотрим, что тут творится. Как муж бьется поплавок. Кепку только приходится в кармане возить. Сложно. Состояние. Здесь музыка живая, говорят. Это отель Фламинго. Здесь столовая тоже живая. Кстати, убрали, молодцы, тут все. Ну, все мы накидали бутылок. Как-то давеча ехали мы с Михаилом. Не знаю, может быть, найдем в регистраторе этот ролик. И прям семейная пара из Московской области. Полуторку. Бутылочку. Литровую я имею в виду. Прям так в окошко. Ух! Посадку. И все. Чистой совестью, как говорится. Что это такое? А, что на косички. Вот фламинго, тучи ходят хмуро. Не, на самом деле не так-то уж и хмуро. Ну такое. Ой, я же в очках. Мне Владимир подогнал очки. А я не пойму, что это у меня такое море перламутрово-желтое, красивое-красивое. Да. Не знаю, видно вам или нет. Вот такого обалденного цвета, как будто позолотили. Знаешь, фламинго, ну, сами видите, что с ним сейчас творится. Такая небольшая волна. Тут участочек, где были камешки, его нету, его съело практически весь. Как же красиво в очках, блин. Очень красиво, прям сказочно. Синее, или точнее голубое небо кажется темным. Море кажется вообще бирюзовым. Как будто я принял какие-то, я не знаю, хотя я не понимал, никогда мне так рассказывали. Цвета другие, короче. Я еще раз попробую, может вам тоже видно будет. Потом сам посмотрю на компьютере как. Ну, очень красиво. Ну, от пляжа, как видите, пока на сей момент ничего не осталось. Ну, как прям водичка близко-близко. Шуршит. Ну, вот, тем не менее, нашел себе место, где отдыхать. Пойдемте посмотрим, как это происходит нынче в сезоне 23-го года. Такие вот дела на пляже. Что есть, то я показываю. Кто-то оставляет бутылки по-прежнему. Потом кто-то на них обязательно, точнее, они разобьются. Кто-то обязательно порежется. Возможно, порежутся сами же те, кто их покидал. Блин, ну, я не знаю. Кто здесь кидает этот мусор? Вероятнее всего тот, кто здесь и отдыхает. Хотя наверняка те, кто отдыхает здесь уже много лет, вряд ли будут так поступать, потому что любят это место, несмотря ни на что. Ой, прям под ногами трещат доски. Народ нашел себе вот такие вот места, где можно потусоваться. И немножечко добраться до моря.
прям вспомнил, что непредвзятое отношение. Почему-то. В принципе, вот он все. Пляж Фламинго закончился. Сегодня ветерок. Я, ребят, не знаю, когда точно, достоверно. Выложу вам непосредственно этот ролик. Ну, выложу когда-нибудь. Обязательно в порядке выложу, конечно же. Сейчас хочется снять шортс. Короткий. Блин, мне там уже что-то пишут параллельно. Только выехал. Такие дела на пляже Фламинго. Теперь мне никто не скажет, что я тут бываю. Я бываю. Всем пока. До новых встреч. Возможно, вы меня не слышали, потому что это камера морская. Всем пока.